Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и сегодня мы, ребят, посмотрим новую игру под названием Coffee Talk. И, ребят, хочу сразу отметить, что это демо-версия этой игры. Да, я знаю, что уже состоялся релиз, но, к сожалению, в релизе отсутствует русский язык. И это, ребят, довольно странно, что в демке он есть, а в релизе его нет. Но тем не менее, разработчики обещали в следующих дополнениях его добавить. Будем, конечно, его с нетерпением ждать. Ну а пока давайте ознакомимся с этой игрушкой. Погнали! Как вас зовут? Ну, давайте напишем Хоакин. Да, все верно. Сиэтл, 2020 год. Город, наполненный мечтами и безумием. Время, когда великая война между расами была не более чем сноской в истории. Время, когда любой мог мечтать стать тем, кем он хочет, и потерять эти мечты, даже не получив шанса их обсудить. Но все еще это время и место, где может случиться что угодно. Это там, где эльфы покинули леса, чтобы начать свои стартапы. Где дварфы вышли из своих пещер и построили автомобильные империи. Где орки опустили свои топоры и используют компьютеры, чтобы направить свои жизни. И где люди живут среди них точно так же, как и всегда. Это город, который содержит множество мечтаний и историй своих жителей. Большинство этих историй остаются нерассказанными, но некоторые находят покой в окружении кирпичей, дерева и закрытых дверей. Они рассказываются за напитками перед тем, как занять место в памяти какого-нибудь незнакомца. В одном из углов города есть кафе. Место, которое открыто только когда спит солнце. Место, где люди делятся своими историями. И это их истории. Вторник, 22 сентября 2020 года. Добро пожаловать! А, это ты! Привет, Хоакин! Как проходит ночь? Спокойно, как обычно. Но есть небольшая проблема. Что случилось? Мой поставщик допустил пару логических ошибок. Сегодня у меня нет половины моих ингредиентов. Черт, отстойно. Не переживай. Я все еще могу подать кофеин, в котором ты так отчаянно нуждаешься. Приятно слышать. В любом случае, дай мне сперва все подготовить. Ты наш первый клиент, как-никак. Конечно, не торопись. Я писательница, а не редактор. Так что привыкла не спешить. Хе, снова творческий кризис. Верно подмечено. Что ты сейчас пишешь? Ты помнишь мой план про... Кофе подоспело. Так. У нас какие-то сообщения тут. Так, пока закроем. А? Извини, что прерываю. Кофемашина готова. Хочешь сейчас свой тройной экспрессо? Да, пожалуйста. Если вдруг рецепт вылетел у тебя из головы, просто проверь свой телефон, ладно? В любом случае,
Мне определенно нужен этот тройной экспрессо. Так, будем готовить тройной экспрессо. Надо проверить телефончик. Вот, наверное. Так, кофе, экспрессо, кофе, кофе, кофе. Чернее безлунной ночи, горячее и горче самого ада. Так, основа. Так, кофе, 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 дальше. Кофе и кофе. Нет, реально, ребят, с русской версией намного проще играть. Если бы сейчас была английская, ну, все равно вот тут смотреть не так удобно, поэтому надо все равно ждать апдейта, когда будет, и уже полностью проходить на русском языке. Ну ладно, давайте продолжать играть. Так, варка. Выбросить, подать. Подать. Одна чашка тройного экспресса. Специально для моего единственного клиента сегодня ночью. Этот аромат. Ах, то, что нужно. В любом случае, где мы остановились? Твой план про что-то? Да, это не то, чтобы я ненавидела написание рассказов для газеты, знаешь. Но, кажется, сейчас самое время для чего-то большего. Так что, новелла? Да. Это звучало так просто, когда я придумывала план. По крайней мере, у тебя все еще есть твоя работа. В случае, если все пойдет наперекосяк. Хе-хе. Ха-ха. Я что-то не так говорю? Не, все верно. Ты говоришь то, что мне следовало бы сделать. А о чем это ты? Ты знаешь, кто владеет вечерним шепотом? GRA Media, верно? Ага. А еще они самый большой издатель книг в стране. Так что, когда подвернулась возможность, я ухватилась за нее. Что ты имеешь в виду под возможностью? Ну, я столкнулась с одним из больших ребят в лифте. Ну и, разумеется, я презентовала свою идею с книгой. Неловкое молчание. И... Да брось, не смотри на меня так. Ты это серьезно? Да-да, я знаю, это было очень глупо. А как они отреагировали? К счастью, он видел мои короткие рассказы, так что бросил мне вызов. Если я смогу сделать черновик за месяц, он подтянет за некоторые ниточки и сделает так, что отдел публикации фантастики заключит со мной издательскую сделку. Звучит отлично! Что насчет твоей работы в вечернем шепоте? Есть ли у тебя время на то и другое? Вот это и сложно. Я тайно работала над новеллой в рабочее время. И отстаю по крайним срокам для газеты. Если шеф узнает, она, скорее всего, вышвырнет меня. Ауч. Ну, хотя бы у тебя месяц, чтобы закончить черновик. Это было на прошлой неделе. Опять, не смотри так на меня. И как далеко ты продвинулась? Предположу, количество слов, которые ты написала, близко к нулю. Эй, а это грубо. Что-то же я все же написала, знаешь ли. Могу я взглянуть? Это было настолько плохо, что, после прочтения я решил сразу же все удалить.
значит 0. Ага. Мне очень нужно закончить его за максимум 2 недели. Тогда я использую оставшуюся неделю, чтобы подправить и отредактировать. Звучит как план. И если ты сможешь осуществить его? Знаю, знаю, тебе не обязательно настолько цинично об этом говорить. Именно поэтому я сегодня здесь. Я надеюсь найти вдохновение. Я написала одни из моих лучших рассказов здесь, знаешь ли? Правда, мне приятно, что это место смогло принести пользу. О, кажется, кто-то идет. Добро пожаловать. Здравствуйте. Приветствую. Добрый вечер. Будете здесь, мисс? Да, пожалуйста. Хотя не совсем уверена, что заказать. Что вы рекомендуете? Блин, это суккуб, да? Походит на суккуба? Или еще на то, как его раз в Варкрафте там... Как их звали-то, блин? Я уже забыл, блин. Архонт еще был за Тарасы. Дринея вроде, Дринея, да, Дринея на Дринея похож. Похоже. А что вы рекомендуете? Это довольно сильно зависит от вашего настроения. Я просто здесь, чтобы встретить своего парня. Не планирую бодрствовать всю ночь. Значит, точно не кофе. Как насчет шоколада? Он идеален для такой погоды. Хорошая идея, на самом деле. Спасибо. Да, не за что. Что угодно с шоколадом, пожалуйста. Что угодно с шоколадом. Ну так, давайте посмотрим наш телефончик. Где у нас шоколадки? Так, вечерний шепот. Так, это кофе. Так, а это друзья мои. Кстати, давайте сразу посмотрим. Фрея, рассказчица. Фрея. День рождения, 29 января. Писательница для вечернего шепота. Говорит о мирских вещах, искусстве и жизни в целом. В друзьях у нас, да? Только друзья, только близкие друзья. Так, Джорди. Полицейский департамент Сиэтла. День рождения, 1 июня. Только друзья. Ну, больше ничего по нему мы не знаем пока. Гала. День рождения 13 сентября. Только друзья, только близкие друзья. Ладно, так дальше. Блин, интересно, что такое вечерний шепот еще сразу же? Пожалуйста. Там заказом подождут, надеюсь, пока. Нифига, да? Чего-то нету. Ох ты, смотрите, музыку можно менять. Ладно, ставим, которая была. Прикольно, да, конечно, все так. Ладно. Нам нужен горячий шоколад. Темный шоколад, какао-какао. Так, что угодно с шоколадом. А просто шоколада нету. Ну, значит, темный шоколад, наверное, надо будет. Это чаи. Так, зеленый чай. Темный шоколад. Ну да, темный шоколад. Давайте сделаем. Для темного шоколада нам нужно следующее. Какао-какао. Ну, все просто. Варка. Подать. Одна чашка шоколадной вкусности. Спасибо. Такой теплый. Так значит, вы ждете своего парня? Да, он должен скоро прийти. Взгляни на себя теперь. От запустения до 3 клиентов за одну ночь. Я думала, это место будет более людным. Учитывая, что это единственная кофейня в округе, открытая после полуночи.
Как раз потому, что это единственная кофейня, открытая после полуночи. Она в основном пустует. Теперь, когда ты это упомянула, хорошо ли это для бизнеса – открывать кофейню только ночью? Точно нет. Ага, как она и сказала. Тогда почему? Так, давайте другую мелодию выберем. Так пойдет. Тогда почему? Я просто люблю этим заниматься. И всегда есть кто-то, кто хочет согревающий напиток в этот час. Это восхитительно. Прости за вопрос. Но как ты живешь, управляя кофейней в это время? Это секрет. Хоакин Богатей, вот в чем секрет. Да неужели? Она преувеличивает. Не переживай об этом. Хоакин справляется. Я уверена, что кофейня не банкротится в ближайшее время. Так что у вас все еще будет странное, спокойное место, чтобы встретиться ночью. Рад это слышать. Кстати, ты здесь постоянный посетитель? Не сказать, что у меня есть другое место, куда можно пойти. Я писательница, которая лучше всего работает ночью и в кофейне. Не так много вариантов для этого. Ах, неудивительно. Вы знаете, она довольно хорошая писательница. Вы можете найти некоторые ее рассказы в «Вечернем шепоте». Ах, молчи! Ого, это очень интересно. А о чем ты обычно пишешь? Мои рассказы о жизни людей, живущих в городе. Личные, интересные, странные эпизоды. Я также дополняю их небольшие истории. Я обожаю их фантастику. Ты написала эти рассказы? Да, спасибо. Я написал большинство из них, но не все. Это так клево. Значит, ты здесь, чтобы написать что-нибудь новенькое? Надо бы. Но я даже не знаю, о чем написать. Добро пожаловать. Привет. Извини, что заставил ждать. Все хорошо. Я тут приятно пообщалась с хорошими людьми. Приветики. Приветствую. Здравствуйте, хотите что-нибудь заказать? Удиви меня. Что это еще за заказ? Ну, я не знаю, что заказать. У вас есть какие-нибудь предпочтения, сэр? Что-нибудь горькое, что помогло бы бодрствовать с молоком? Нарисуй латтер арт сверху. Так, что-нибудь горькое, что помогло бы бодрствовать с молоком? Так, молоко-то у нас есть, есть. Ну давайте попробуем сами тут похимичить. Так, кофе горький. С молоком. А нарисовать-то что, вот я не знаю. А, вот, наверное, кофе, молоко, молоко. Вот, походу. Вроде бы так. Зеленый чай латте. А может ему чай надо? Просто. Так, если попробуем. Зеленый чай. Зеленый чай с молоком. Ой, не знаю. Ну, давайте тогда это что ли сейчас сделаем. Так. Попробуем кофе. Просто кофе, молоко, молоко.
Надеюсь, понравится. Вот ваш заказ. Это не поможет мне бодрствовать. Но оно хотя бы с молоком. В любом случае, я отвлекся на кое-какую работу. А еще этот дождь. Блин, плохой заказ сделали. Ну ничего страшного. Все хорошо, Бейлис. Мы с ним хорошо побеседовали. О, точно? Я даже не представился. Я Бейлис. Ох, а где же мои манеры? Я тоже не сказала. Меня зовут Люа. Привет, а я Фрея. Приятно познакомиться с вами обоими. Я Хоакин. Эй, ты знал, что мисс Фрея писательница в вечернем шепоте? О, правда? Я делал в них кое-какую работу пару раз. Какого рода работу? Я фриланс-дизайнер и иллюстратор. Я делал некоторые карикатуры и инфографики для газеты. Я предположу, что ты работал со Стивом. Ага, он хороший коллега. Серьезно? Недоумение. Не, он не такой. Но у меня были клиенты и похуже. Намного хуже. Да, я рада, что он все еще в отделе дизайна и визуализации. Я бы не смогла с ним работать напрямую. Ха, да брось. С ним трудно иметь дело, но он точно не худший. Ох, конечно. Всегда есть ад еще ниже даже самого глубокого ада. Как ты тут обычно разбираешься с плохими клиентами? Единственные плохие клиенты в такое позднее время – это либо потерявшиеся пьяницы, либо криминалы. Звучит опасно. Не, с ними легко справиться. Это все потому, что у тебя хорошо с кулаками. Однако, не настолько хорошо, как с умением делать кофе. Благодарю, я приму это за комплимент. Не за что. А в любом случае, мне правда нужно начать писать. Чтобы из этого не вышло. Так что я оставляю вас двоих. В руках нашего дружелюбного соседа баристы. Где ты будешь писать? О, недалеко. Прямо за тем столиком в углу. Рядом с окнами. Это мое место. О, хорошо, веселись. Я попробую. Удачи. Спасибо. Может, нам тоже стоит пойти за столик? Нет, и здесь хорошо. Ладно. Как прошел твой день? Неплохо. Работа ничего особенного. Я закончила свой проект раньше, поэтому смогла выбраться из офиса. Плюс мой босс был очень в хорошем настроении. А я думал, твой босс всегда был беспечным. Ну, он такой. Но сегодня он был радостнее, чем обычно. Не уверена, что происходит, но это было здорово видеть его настолько улыбчивым. Что насчет тебя? Какие-нибудь проблемы с твоим последним клиентом? Ага, этот заноза в заднице. Знаешь эти мемы, которые описывают ужасных клиентов? Ну, она подходит по всем категориям. Я бы мог бесконечно жаловаться на нее, но это мне нисколько не поможет. Ты должен сделать про нее мем. И потерять мой текущий проект ради одной минуты смеха? Возможно, это того стоит. Спроси Хоакин, как нужно справляться с надоедливыми клиентами? О да, как ты обычно справляешься с такими? С теми, для которых не нужны твои кулаки. У меня есть свои методы. Но было бы неразумно говорить о клиентах с другими клиентами.
А вот это уже хороший урок на сегодня. Бейлис? Тебе звонят. Твои родители? Да. Значит, ты говорила с ними? Говорила. Не очень хорошо закончилось? Нет. Что они сказали? Много всего. Такое молчание, переглядки. Они не хотят дать нам и шанса? Кто угодно, но не эльф. Это то, что они сказали. Что насчет тебя? Более-менее то же самое. Подрался со своим стариком. Именно поэтому я теперь и ночую у Фарана. Они тебя выгнали? Ты не обязан это делать, ты знаешь. Они твоя семья. Я больше не могу выдержать и секунды, оставаясь их частью. Возможно, у меня нет стабильного дохода, но я справлюсь. Все еще? Ты не знаешь, что они сказали про тебя прошлой ночью. Извини. Что они про меня сказали? Или точнее про мою расу, я предполагаю. Забудь. Я хочу знать. Все тоже старое дерьмо. Сейчас такой разговор идет, да, на таком уровне? Таком напряженный. А ворчат про то, что эльфы святые существа. О нашем бессмертии. О том, что даже если я тебя переживу... Что? Ничего. О том, что если ты меня переживешь, ни один другой эльф не захочет быть с эльфом. Который был запятнан ничтожным суккубом. Она суккуб, значит. Это именно то, что они сказали. Значит, это все? Конец наших отношений? Не обязательно. Ты знаешь, что наши семьи никогда не согласятся. Мы просто можем продолжить так. Что ты имеешь в виду? Им не обязательно знать, что мы все еще встречаемся. Мы просто можем продолжить так, как это было всегда. Без их ведома. О чем ты говоришь? Ты хочешь скрывать наши отношения до конца вечности? Мы не как люди, знаешь ли. Мы не можем просто сбежать. И ты не сможешь получить разрешение, потому что ты слишком стар. Люа, мне плевать на их неразрешение. Я с радостью оборву все связи с семьей, если так будет надо. Я не могу тебе позволить это сделать. Ты потеряешь свое бессмертие. Если я смогу провести свою жизнь с тобой, я не против. Ни разу не против. Ты усложняешь это для нас обоих. Ты чувствуешь себя счастливой, когда ты со мной? Конечно, чувствую. Тогда тебе не нужно больше причин. Ты знаешь, мы идеальны друг для друга. Даже не нужно глубоко заглядывать. Доверься мне, мы можем сделать это вместе. Я не могу сейчас об этом нормально думать. Поговорим позже. Алло, подожди. Она ушла. Извини, что пришлось выслушивать наши проблемы. Да ничего страшного, да? Все в порядке. Эта кофейня была свидетелем многих историй. Я надеюсь, ваша будет иметь счастливый конец. Хе-хе, да, я тоже надеюсь. У тебя есть алкоголь? К сожалению, нет. Ах, жаль. Ну, у тебя есть что-то, что может меня согреть и успокоить? Вам нравится зеленый чай латте? Зеленый чай латте? Я возьму один. Так, смотрим, как его делать.
Зеленый чай латте. Так, зеленый чай, молоко, молоко. Ясно. Там какое-то сообщение еще пришло, что ли? Я вот не могу понять. А, у нас новые друзья. Лё, день рождения, 2 октября. Только друзья. И Бейлис. Так, зеленый чай, молоко, молоко. Варка. А, на утрас вот так, наверное, подайте. Латте арт. Ну, давайте так сделаем, может быть. Травление, сброс так. Блин, назад. Отменить, что такое-то? Ему просто надо было чай жевать. Вот ваш зеленый чай латте. Как хорошо. Спасибо тебе за это. Кстати, ты в браке? Я нет. Есть кто-то, кого любишь? Я люблю эту кофейню. Но я думаю, это не совсем тот ответ, который ты искал. Ах, у меня не было никаких ожиданий насчет твоего ответа. Эх, из всех существ в мире, почему я влюбился именно в нее? Нельзя выбрать того, кого ты полюбишь. Можно, если очень постараться. По крайней мере, это то, что сказал мой старик. Он очень надменный эльф. Но, думаю, они все такие. Высокомерные, надменные, бессмертные придурки. По крайней мере, у вас есть вечность, чтобы учиться и меняться. Или вечность, чтобы быть вечными козлами. В любом случае, мне пора идти и, скорее всего, напиваться, пока не взойдет солнце. До восхода солнца еще долго. Больше времени, чтобы напиться. Увидимся. Увидимся с вами, мисс Фрея. Спасибо. Приходи еще. Она в шоке. Ты слушала из-за угла? Да. Бедняжки. Надеюсь, они скоро найдут способ быть вместе. И я. В любом случае, мне нужно идти. Завтра надо бы встать раньше, чем обычно. Хорошо. Думаю, я закрою кофейню после этого. Рановато. Я знаю. Завтра, когда все мои ингредиенты прибудут, я откроюсь как обычно. Тогда ладно. Хорошенько отдохни. И ты тоже. Среда, 23 сентября, 2020 год. Индонезия назначает первого в мире не цисгендерного орка-президента. Проблемы логистики с продуктами в Сиэтле вредят локальным ресторанам. Проблемы логистики с продуктами вредят, ну это все понятно. Доброе утро! О, Господи! Что с тобой не так? Неужели ты не поймешь? Неужели ты не можешь зайти как нормальный клиент? Извини. Но мне так не терпится с тобой этим поделиться. А о чем ты говоришь? Я знаю, что написать для моей новеллы. Это снова одна из твоих импульсивных временных идей? Эй, не груби, я абсолютно серьезно. Хорошо, хорошо, просто скажи мне, о чем ты напишешь? Об этой кофейне. Что? Я напишу рассказы об этой кофейне и о людях, которые сюда приходят. Ты это серьезно? Да. Что, если скажу, что ты не можешь этого сделать? Я не прошу разрешения. Ты знаешь, что это нарушение личной жизни клиентов.
Расслабься, я знаю это. Мне нужно только вдохновение от этого места. Рассказы будут свободно основаны на том, что я вижу и слышу здесь. Насколько свободно основаны? На уровне разницы между книгой «Ходок по ножу» и фильма по ней. Старого? Конечно же, я говорю о старом. Это значит, что будет очень большая разница. Еще большую разницу сделать не получится. Не то, чтобы у меня была возможность сказать «нет» на что-то, над чем ты будешь работать, верно? Нет, ты не можешь. Хотя ты можешь запретить мне приходить. Хорошо, я запрещаю. Чего? Просто шучу. А я так не поступлю со своим верным клиентом. Очень смешно. Но все же спасибо, что не запрещаешь. В любом случае, мне не терпится увидеть, кто придет сегодня ночью. Интересно, какие у них будут истории? И кто там пришел у нас? И, ребята, на этом демка завершается. Ну что сказать, действительно очень шикарная игра. Очень интересно, все эти диалоги, и просто проникаешься в них душой и с большим удовольствием читаешь. Такое чувство, как ты читаешь будто книжку, при этом все еще видишь визуально. Да, ребят, очень действительно хорошая игра, поэтому я с большим удовольствием ее пройду, когда, конечно, разработчики добавят русский язык, но они обещают, что добавят в ближайшем дополнении. Но только когда оно выйдет, ребят? Будем ждать. Большим нетерпением. Ну а с вами был Хакин. Подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока.